Ну, во-первых, Рязанская близкая область, да, у нас направление экономическое, культурное, туристическое, инвестиционное, значит, масса. Вот я коллегам рассказывала, как мы доходы больше получили. Мы начали работать с Москвой и Санкт-Петербургом. Для нас это были суперрынки. Потом мы подтянули все крупные корпорации. Через корпорации мы подтянули малый и средний бизнес, потому что те наши предприятия, кто получил от них заказы, они отдали малому и среднему. А там пошло культурные обмены, встречи, значит, через департаменты и так далее. Вот мы сейчас срезали. Первым мы посмотрим, что мы можем по туризму, что мы можем по промышленности, да? Так же, как с Карелией. У него глубокая переработка. Для нас это тоже главная проблема. Да? Мы можем продвинуть ему туризм. Он своих людей и детей может к нам присылать. Но это мы все... Это сейчас вот мы начнем работать. Мы никогда не ощущали такое, я бы сказала, огромного интереса к межрегиональному сотрудничеству. Все побежали на Запад, все побежали туда. А у нас свои рынки сегодня не загружены. Поэтому, а я вот сегодня делилась с коллегами, что нам дал межрегиональный аспект в работе нашего региона. Давайте моим коллегам. Николай Викторович, соответственно, вопрос к вам. Вы уже подписываете о соглашении, разговор зашел. Все-таки что Рязань для себя получит в первую очередь? Ну, знаете, во-первых, Светлана Юрьевна, конечно, права абсолютно в том плане, что как-то мы в прежние годы все увлекались в основном привлечением иностранных инвестиций и туристов тоже иностранных хотели привлечь везде. Сейчас времена немножко другие, мягко выражаясь, и нам действительно надо вот эту возможность межрегионального сотрудничества использовать в полной мере. Действительно, вот такой форум, который сегодня в Владимире прошел замечательно, он позволяет нам эту работу поднять на высокий более уровень. Ну, что за этим должно последовать, на мой взгляд? Конечно, в сфере промышленного производства и кооперации надо, чтобы наши, во-первых, организации делового сообщества стали работать вместе. То есть приедут сюда делегации, допустим, рязанских, потом владимирские приедут промышленники туда, в Рязань. Сельскохозяйственное производство и переработка, то же самое. То есть они будут налаживать между собой кооперацию. Вот реально мы приезжаем, и наши тоже коллеги из промышленных предприятий приезжают, они смотрят даже на выставке вот так вот, что выставляется, и удивляются, они не знают, что в Владимирской области производят часто, ну или в Карелии, в другом, в любом регионе. Когда они приезжают, поскольку у нас еще по-другому пока это не всегда работает, они приезжают, начинают разговаривать и создавать между собой кооперационные связи. То, что касается туризма, это вообще клондайк, и наши, начиная со школьников, Рязанцы мы школьников будут сюда, вам да, отправим, да, вы к нам, да, мы школьников им откроем, он к нам. Взрослые подтянутся за ними. Продукт, конечно, на мой взгляд, Рязань несправедливо пока еще не является частью Золотого кольца, но я думаю, мы это поправим. Но... Нижний Новгород тоже. Да, да, то есть мы поправим это. Это в советское время просто по соображениям безопасности, что Нижний Новгород, что Рязань просто закрытыми были городами из-за баронки. Не потому, что чей-то был злой умысел. Ну, надо сейчас это поправить, и тогда мы еще более полноценно будем сотрудничать. То есть обо всем не скажешь в коротком таком ответе. Я думаю, что надо показывать это делами.